Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Виктор Котри. Посмотрите позицию кистей, предплечий, плечей, рук по системе Дао. Имеется два положения руки. Наружная часть руки – это яньская. Все, что относится к положительному, к мужчине, к солнцу и так далее. Внутренняя часть руки – иньская. Вообще все у нас, то, что спереди и выпячивается, имеет положение инь. То, что подбирается, округляется, положение янь. Все наружные части нашего тела – это янь. Все внутренние части тела – это инь. Инь – части, янь – части. Теперь смотрим дальше. Кисть. При развороте кисти наружу, кисть открывает ладонь и занимает позицию инь. Кулак – серединный путь, это позиция янь. Кисть загнута вовнутрь, позиция янь. То же самое с предплечьем. Предплечье, посмотрим на другой руке, предплечье. Вывернутая внутренней частью наружу, позиция инь. Блоки, удары локтевые или блоки внутренней частью имеет начало иньское, от женского происхождения. Блоки наружной частью. Наружную часть. Наружную часть. Наружную часть. Имеет яньское происхождение. Поэтому школы имеют разное направление. Или иньские школы, или яньские. Где начало движения происходит изнутри. Подставляются внутренние части на блоках, на ударах, на захватах, на зацепах. Это иньские школы. Преимущественно работают внутренние части. И работают преимущественно на себя. На себя. Не от себя, а преимущественно на себя. Затаскивая. Жертву, затаскивая противника на себя и обрабатывая ее. Это школы иньские. Все, что выстреливается, в том числе бокс, карате, тхэквондо. Это все яньские школы. Ну так вот. Наша школа, школа змеи и орла, имеет иньское первоначальное направление, но